Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Растения против зомби 2. Так, мы с тобой получили пиньяту. А ну-ка, что нам здесь выпадет? Близнецы подсолнухи, 7 штук. Великолепно. И еще капуста, 4 штуки. Отлично. Воу, нам еще мины достаются. Да ладно, горохострел, 4 штуки. Я вообще-то думал, что мне всего 2 растения дают. А тут, смотри-ка, целую кучу надавали. Все, ребята. Не понял юмора. Ну давай заберем 10 конфет. А разве они будут лишними? Конечно же нет. Так, давненько я не заходил, друзья мои. Начинаем, как обычно, с ивента. Я хочу посмотреть, что у нас тут интересненького. Лава-гуава тут стоит. Так, там гаргантюа-палач. Опачки. Так, мы что, будем одними лава-гуава играть? А, нет, смотри-ка, горохострел есть. Давай, сейчас тут все везде заставим. Пускай горят, да? Сюда влепим. Ух ты. Обожаю, обожаю, когда они взрывают, ребята. И обливают своим соком этих вот зомби никчемных. Так, тут у меня еще и магнит. А для чего? Видимо, буду... Ага, понял. Вон, друзья мои, идут зомби. Так, слушай, нам нужно сделать, знаешь что? Наверное, вот так вот. Блин, вот колдуна только здесь не хватало мне, а? А ну-ка давай вот так вот сделаем. Не успел, не успел. Или успел? Нет, сгорел все-таки. Смотри-ка, здесь очень много идет этих зомби с броней. Ну, нам-то по барабану. Так, еще один маг. Надо его поджарить как можно быстрее. Да сгорит и уже там, пшикает он, а? Так, сюда поставим горохострел. Где у нас еще? Вот, вижу, зомби бегут с броней. Слушай, мне кажется, лаву-гуаву нужно вот сюда вот, прямо на самое начало ложить. И это будет вообще топчик. Плюс удобряшки. Во-во-во, идет, идет, ханорик. Да-да, тот самый гаргантюа, друзья мои. Что-то я не понял юмора. Ну-ка, вжикни ему. Вот так вот, пускай идет по раскаленной земле. Ну и куда ты своего этого мелкого хмареныша бросил мне, а? Скажи-ка, на милость. Так, здесь нужно этих поджарить. Да все, 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 Гаргантюа, ты не жилец. Отлично, слушай, ну довольно легкий ивент. И давай-ка мы посмотрим, что нам здесь выпадет. Ух ты. Гороховая лоза выпала. Еще. И 1000 монет. Так, друзья мои, я предлагаю, наверное, еще по-быстренькому пройти на ускорение, чтобы вас долго не томить. Так, ну что, мои растения готовы. Зомби тоже, я смотрю, готовы стартовать. Поехали. Тут ускоримся с тобой, потому что и так все легко и просто. И никаких проблем, в принципе, не должно быть. Надо вот сюда вот на начало ставить, как я и хотел. Прям-прям на самое начало. Так, а... Ах, ёк-каламэн, ребята. Да, магнитик-то у меня уже без этого, как бы, без удобрения. Хотя мы и так, наверное, всех тут зажарим. Так, магнит, давай иди сюда. Сделаем вот так. Магистр кислых щей отдуплился. Ё-моё. На ускорении так все круто. Все очень быстро проходит. Опа, опа, бежит, бежит. Блин, я не успел. Я не успел поставить. Вот так вот сделаем сейчас. Он же этого ханорика сейчас бросит, насколько я помню. Своего мелкого, который сзади там сидит. Якобы им управляет. Все. Быстро и на изи прошли, друзья мои. Но самое интересное, что у нас новый месяц начался. Так, опять гороховая лоза. И 1000 монет. Значит, сегодня мы с тобой должны купить растения, конечно, друзья мои. Зайдем в магазин и посмотрим, что у нас там на выбор. Я хотел виноград купить, если честно. Так, зайдем сюда бесплатно. Сейчас заберем с тобой. Так. Слушай, у нас же конфеты. Конфеты. Погоди-ка, погоди-ка. А что я не приобрел? Я не приобрел вот эту вот мяту.
Так, электрическую я брал. Вот этой у меня нету. И, по-моему... солнечную я не взял, да? Сейчас мы с тобой проверим. Так, ну, гемов у меня нету. Я бы с удовольствием приобрел бы вот эти вот растения. Так, ну, а мы с тобой идем в магазин. Где? Вот, друзья мои. Ну, смотрите, у нас на выбор здесь... морозный дракон. И виноград. Многие просили меня взять вот эту вот электрическую чернику. Чомпер, на самом деле, мне не очень нравится. Я вот не знаю, что делает киви. Мне кажется, он стреляет обычным каким-нибудь облачком, да, ядовитым в зомби. Давай все-таки я возьму виноград, друзья мои. Хочу его купить. Ну что же, вот виноградик у меня в коллекции. По-моему, он у меня даже может прокачаться. Уж больно много он мне выпадал в свое время. Но он был закрыт. Теперь мы его приобрели, соответственно, я смогу его, наверное, прокачать. Так, забираем здесь с тобой два гема. Так, ивенты, надо глянуть, есть что-нибудь хорошее? Новинка, новинка. Нет, ребят, только гемы. Только разыгрываются гемы. Нет, смотри-ка. Эпический квест есть. Snap P. Это, по-моему... Подожди-ка. А, это который... Понял. Сейчас сыграем. Зайдем, наверное, на огород к нам. Посмотрим, что у нас там есть. Давай вот это вот все заберем с тобой. И сделаем новые посадочки. Так, здесь польем и здесь польем. Все, великолепно. Так, теперь идем в свою коллекцию растений. Давай-ка глянем. Где у нас виноград? Вот он. Так, первая прокачка. Отлично. Еще смогу? Да, еще, ребята, могу. Окей. И еще можно будет, если, ребята, накоплю 5000 монет. Ну что же, это круто на самом деле. Чем круче наш виноград, тем больше он будет наносить урона. Так, теперь меня интересует, у нас Пенни Пурсует обновилась или нет? Ну-ка посмотрим. Пенни Пурсует. Я, правда, тот испытание еще не прошел. Да. Вот оно. Ого. Это что? Это что такое? Друзья мои, это что за фокусы такие? Ну-ка, кто у нас тут? Слушай, подожди, я не могу понять. Ребят, я не играл в Пенни Пурсует. Почему у меня здесь уже пройдены, извини меня, 4 уровня? С какого, блин, перепуга? Не понимаю я этого. А вот это вот мне нужно. Вот, кстати, по-моему, Снапия. Именно вот на квесте, на эпическом, будет именно оно разыгрываться. Ну что же, а, еще арену, давай посмотрим. Ну я, наверное, сейчас ничего не получу, ребят. Мало того, что ничего не получил, так меня еще и скинули до железной лиги. То есть я вообще упал на самое дно. А, нет, там еще деревянная есть. И сколько тут? 20 дней еще, да? Это гороховая лоза. Ну, я вам говорил, друзья, не особо мне нравится. Не особо. Ну, 6 перчаток. Откуда? Че-то такое ощущение, что на моем аккаунте кто-то поигрывает втихаря. Не, вот такой... Складывается почему-то у меня впечатление. Так, ну что, давай начнем, наверное. Зачем ты вышел, Рэй? Ну зачем ты вышел? Давай начнем с прохождения квеста. Я думаю, вы тоже хотите, чтобы я его прошел. Поехали, начнем. Потом поиграем немножко в Пенни Пурсует. А что так легко все? Обычные зомби, ребята, здесь. Пи! Так мы сейчас тут будем просто хавать пачками, причем так. Кукуруза-клоун. Ладно. Давай сюда поставим. Единственное, конечно, недостаток у этого растения, оно как и чомпер. Очень долго перекусывает, пережевывает. Так, давай заморозим здесь. Так, вот опасный, опасный, ребята, здесь зомби идет. Он у нас в шлеме. Вот куда ты бежишь, а? Так, давай плюй в него уже, в конце концов. Не хочет плевать. Так, отлично. Ну, захомячите вы или нет? Не хотят. Придется, ребята, вот так делать. Другого варианта у меня не было. Так, сюда поставим заморозочку.
Это еще даже первой волны не было. Вот сейчас, да, ребят, вот она, первая волна пошла у нас. Поставим сюда. Сегодня еще планирую поиграть растения против зомби-герои. Если, ребята, успею. Давай, 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 хомячьте их тут всех. Кушайте, как говорится, на здоровье. Надо было с флагом съесть. Вот так, заморозим его. Так, сюда поставим заморозочку. Что-то их тут, по-моему, много. И вот здесь много идет. А удобряшки у меня больше нету. Вот так вот. Так что сейчас будет, наверное, беда у нас. Кстати, вторая волна готовится уже. Сейчас они побегут тут, сломя голову. Но я думаю, мы все-таки успеем здесь с этими справиться, со всеми. Давай сюда поставим. Забрали нашу удобряшку. Можно... Так, вот она, волна вторая бежит. Ну что будем делать? Давай, наверное, все-таки через кукурузу. Вот таким вот образом. Все, я так понимаю, это последние зомби у нас, которые тут остались. Ну что, довольно легко, но это первый этап. Первый только лишь этап был. Все, захомячили. Ничего мы тут не потратили, все газонокосилки у нас целые остались. Все редки заставленные. Так, переходим сразу же на второй этап. Где у нас, вот. Что здесь у нас будет? 100% я думаю, что будет такое задание, что я должен буду защитить этого зомбоеда. Так. Грибочки. Мелкие, да? Ага, могилоед. Давай тогда делать так. Иди сюда, вставай быстрее, этого пирата ешь. Нечего им здесь разгуливаться. Ну, а мы пока будем уничтожать вот эти вот надгробия. Куда ты бежишь, а? Давай здесь уничтожим. Поставлю сюда. Зомби с этим, да? С ведром на голове. Лопух. Просто лопух. Опа, а пиратов тут мне не надо. Блин, ребята, что делаем? Я знаю, что делаем. Вот таким вот образом. Давай, наверное, вот здесь уберем с тобой. Схавай, схавай вот этого зомби. Нечего ему здесь бродить. А зачем магнит там мне? Не пойму. А, мы можем вот что, ведра забирать. По идее, ведро, оно как бы у нас деревянное. Так, а могилоед здесь уже мне не понадобится. По идее-то, да? Так, хомячим. Все. Пиу. Так, он голову плюет, ребята, но не всегда убивает зомби с первого раза. Тут вообще почему... А, пролетело, потому что он уже его хавает. Так, что делать-то? Ну... Ну вы же не видите, что... Так, пора вглуплять. Отлично. Зачем мне дали столько этих могилоедов? Мне их даже потратить некуда. Понимаешь? Блин. Просто некуда потратить. Давайте я вот так вот сделаю. Опачки. Захомячили всех вокруг. Кто здесь были у нас? Вот сейчас смотри, мы сделаем это то же самое с прыгающими пиратами. Да, если бы. Да, вроде бы и так справляемся. Да, друзья мои, последний зомби остался. Все, мы прошли. Все неплохо, ребята. Но вот то, что он долго так жует, пережевывает, перечмакивает его, это меня не очень радует. Ладно, переходим с тобой на третий этап. Где он? Вот. И получим с тобой пиньету, естественно, с семенами на наше растение. Давай, давай. Опа. Так, тут зомби с бочкой, плюс гаргантюа водяной. Тут уже будет, наверное, сложно. А он же, по-моему, не может съесть гаргантюа, да? Или сможет полностью его схавать? Давай, усиляем. Сюда поставим. Сюда теперь влепим.
Как же вы долго, а как же вы долго их пережевываете? Как-то вот ускорить бы было бы вообще великолепно. Так, наверное, сюда пора поставить. Добряшка уже радует. То, что она нам выпала. Давай, наверное, полностью прокачаем. Так, тихо. Вон, вон идет. Хавай его давай. Так, тут уже пошли зомби с бочками. Это не из гуд. Опа. Аки выпало. Давай вот так вот захомячим, попробуем. Упс. Как будто его и не было здесь. Жалко, он съедает только одного зомби. Было бы прикольно, если бы вот они идут тут вдвоем, втроем, да? Он бы сразу и всех мог бы съедать. Вот это было бы лучше. Аки я, наверное, сюда поставлю. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да что ж ты будешь делать-то, а? Друзья мои, тут уже... Я уже думал, хрумкают. Смотри, 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 что, бегут. И Гаргантюа идет. Давай, давай, давай. Бомбим их изо всех сил. Аки, иди сюда. Бросает своих этих русалочек, так скажем. А ну-ка, давай посмотрим. А, он просто стреляет. Вот, ребят, что он делает. Но это тоже неплохо. Он не съедает Гаргантюа, а он в него начинает стрелять. И это классно. Ну что, как видишь, мы опять с тобой прошли. Но нам нужно 5000 накопить, чтобы мы смогли с тобой прокачать наш виноград. Так, ну что, у нас 4-я миссия. Поехали. Что у нас здесь будет? Ну давайте быстрее. Кстати, этого растения у меня нету, за которое мы играем. Тоже нужно его открывать. И, кстати, самый противный Гаргантюа здесь будет. Это рок-гитарист, наверное, так его назовем, да? Который бьет по земле и идет волна. И эта волна все уничтожает перед собой. Вот это вот плохо. Так, и вот эти вот тоже меня бесят, потому что сейчас, ребята, они будут здесь разбрасывать свои надгробия. И мы, наверное, не будем успевать их уничтожать. Скорее всего, да? Так получается. А что, больше мне никого не дадут? Эй, что-то растения-то больше. Все, ребят, не идут. Давай, давай, хотя бы одного шлю. Во, спасибочки. Давай хомячить. Так, ну что, орехи? Ну давай поставим здесь. Вот так вот ряд выставим, если, конечно, нам это позволит сделать. Удобрение, шикарно. Так, орех, иди сюда. Что, волна идет? Да, ребят, волна, по ходу дела, идет. Эти могилы здесь нам не нужны. Куда сюда? А, подожди, куда я сюда поставлю? Вот сюда. Ох ты, этот с защитой ползет. Да убери ты свои надгробия эти. Так, еще я вижу, тут псих появился. Слушай, может быть, нам все-таки потратить вот так вот. Ага, а этот избежал участи, да? Да, конечно, ага. Икает, он уже собрался бежать. Ну, как бы не так. Хомячим, друзья мои, хомячим этих. Опа, виноград. Вот так-то будет лучше. Так, смотри, смотри, бежит, бежит. Не добежал. Поставим сюда с тобой. Наверное, надо влуплять уже. Вот здесь вот не повезло нам, потому что здесь защита стояла только что. Да заморозься ты уже. Правильно, стреляйте по нему. Ну-ка. Ой-ой-ой, хотя нет. Защита вовремя, она спала. Смотри, смотри, хомячит там. Со всей скоростью. Блин, а этот выжил, смотри. Отлично. Ну что, друзья мои, и здесь мы тоже с вами прошли. Мы накопили почти 2000 монет. Мало. Этого для нас мало. Ну что, последняя стадия у нас. Давай сейчас быстренько пробежимся. И пойдем, наверное, уже на Пенни Пурсуит. Я же тебе говорил, что надо будет защищать. Будет такая миссия. Значит, здесь у нас зомбоеды, да? Плюс Бонг Чой.
и сталия. Плюс мины. Ладно. Допустим, я, конечно, все здесь, ребят, заминирую сейчас. Эндуриана, естественно, будем выставлять. Так, лазербины пускай сзади стоят. Хавают, а. Так, замедляха сработала. Все, они там еле идут. Поставим мину. Еще эндуриан один влепим. Лазербины хорошо, они простреливают, ребята, весь ряд полностью. Вот это мне больше всего нравится. Сюда, наверное, еще надо поставить. Ох, сколько их, смотри, идет. Давай-давай, хаймячим. Замедляем, естественно. Без замедляшки мы с тобой никуда. Ой, я вот так, наверное, сделаю. Взрывчики. Так, у нас там, смотрю, маг появился. И эти, блин, друзья мои, которые защищаются от прямых выстрелов, тоже идут. О, начинает перекапывать мои растения. Ха-ха, не тут-то было. А лазербин его пробивает. Вот что весь прикол. Да-да-да-да-да, именно так. Еще волна. Эндурион вставим сюда. Что тут можно? Давай так вот сделаем. Пускай тут хомячит везде. И на мину поставим. В принципе, все. Да, друзья мои, последний зомби. Мы его сейчас схавали. Остается забрать нам пиньяту. Ну-ка, посмотрим, что из нее выпадет. Голдблум. Так, близнецы. Сплитпи. О, перец халапеньо. Давно, кстати, не выпадал. Кокосовая пушка. Так, ну это понятно, это лунный цветок. И все. Блин, на самом деле я думал, что дадут побольше. Так, и у нас остались только лишь на конфетки и на гемы. Вот это, конечно, хотелось бы, ребят, конфет побольше. Это понятное дело, да, потому что у меня нету определенных мет, а они мне нужны. Ну что, теперь мы с тобой пойдем на Пенни. Так, здесь забираем награду. Сколько там? 5 штук, да? 5. Пенни пурсует. Сейчас будем там с тобой бомбить. Заходим и смотрим. Так, первый, сколько? 1, 2, 3, 4 уровня у нас якобы пройдено. Давай сюда пойдем. Как думаешь, справимся? Давай проверим. Авось получится. Мне нужно это растение, поэтому... Если мы с тобой соберем достаточное количество, да? Так, тихо. Что у нас тут есть хорошего? Я даже не знаю. Лечит растение, да? Лечит растение. Наверное, я все-таки возьму щит. А что, динозавров здесь не будет? О, мне тут еще дают выбор, отлично. Вон, все-таки есть. Все-таки динозавры здесь будут. Я возьму, наверное, виноград сюда. Так, у нас с тобой орех будет, да? В виде защитника. Кого бы нам сюда еще взять? Наверное, вот так вот сделаем. Взрывную мяту я возьму. Яблочную мортиру. И вот так. Хотя, подожди-ка. Мне же еще нужно будет взять подсолнух. Или солнечный гриб лучше? Нет, я все-таки возьму подсолнух. Вот этот вот. Ну что, погнали, друзья. Будем смотреть, как у нас тут все это дело пойдет. Начинаем с наших подсолнухов. Это примитивный подсолнух. Довольно неплохой паренек. Дает нам большие солнышки. Что, уже? Уже зомби пошли? Зашелестели?
Давай для начала вот так вот поставим. Пускай он пока стоит здесь. Пшел прочь. Блин, они здесь усиленные, скорее всего, будут. Зомбарики-то эти. Угу. Это два раза пришлось, чтобы он отдуплился. Не, зачем виноград-то я здесь тратить не хочу. О, появились. Появились друзья мои динозавры, которые будут, естественно, толкать этих никчемных зомби в меня. Поэтому надо тут как можно быстрее все это заклепать, залепить. Идет армада. Фига, его не пробили даже эти горохострелы. Так, слушай, вали-ка ты отсюда, парень. Тебе здесь не рады. Не можем пробить, прикинь. Это плохо. А если еще разок? Вы издеваетесь, что ли? Я все, конечно, понимаю, но не настолько же быть мощными-то, что прям вот нельзя пробить вас. Ну-ка, взрываем. Удачно получилось. Так, стопы, 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 давай, наверное, сюда влупим. Яблочную мортиру все никак не могу, ребят, поставить. Не хватает у меня, блин, финансов. Да посмотри, а. Что-то как-то подсолнухи мало дают нам энергии. Если честно, вообще мало. Будем тогда их вот так глушить. Виноград. Да хорош, разогнались куда-то уже. А этого фиг пробьешь. Пришлось вот так, ребята, прикрываться опять же нашим орехом. Оу, а здесь уже прошли. Пошли вон. Кстати, это последний зомби у нас. Это у нас с тобой последний зомби. Все-таки они здесь съели. Да взорвись ты уже, в конце концов. Достал. Да, ребята, было сложно, но мы прошли. Значит, получаем с тобой 10 вот этих вот семян на это растение. Плюс прокачивается новый перк. Ну что, энергия пока есть, поэтому предлагаю продолжить. Идем сюда. Ой, подожди, какой сюда? Вот сюда. Что у нас тут? 5 растений, да? Чего? Уровень сложности 8? Ну, по любасику я не справлюсь, поэтому пойдем сюда. Уровень сложности 8. Я 5-й-то уровне сложности пройти не могу. А если могу, то очень тяжело. Давай посмотрим, что вот это вот за перк. Блин. И все у нас с тобой в юрском парке, да, дело происходит. Возьмем тогда шипы. Будем их подлавливать на шипы именно. Плюс виноград мне понравился. Здесь, наверное. Так. Ага, это ускоряшка у нас. Зомби-ускоритель будет. Так что же нам тогда сделать-то здесь? Замедляшку, что ли, для них? Взрывную мяту обязательно. Яблочные мортиры, которые я не успел взять. Давай я возьму все-таки взрывной орех и... Где у меня близнецы? Где у меня близнецы подсолнухи? Вот они, их возьмем. Все, друзья мои, в принципе, вот этой командой мы должны пройти. Рев динозавра слышал? Вот так-то. Да, они дорого стоят, 125 солнечной энергии, но поверь, они того стоят. Они будут давать нам по 2 энергии солнечной. А мы можем с тобой пока протестить. Ну, это обычный зомби, его-то, в принципе, без проблем будет завалить. Хотя, кто его знает, без проблем или с проблемами. Орех там хоп-хоп-хоп, такой по сторонам там смотрит. Нормуль, взрывается отлично. Так, это мелкие ханорики. Вся проблема
в энергии, друзья мои. Нам нужна энергия. Блин, что, взрывать, что ли, придется их? Похоже, придется. Похоже, придется. Так, баблгам. Или не будем пока его тратить? Пока не будем. Или все-таки будем? Давай, наверное, вот так вот поставлю здесь. Просто хочу посмотреть. А здесь мы сделаем вот так вот. Так, парень, иди-ка обратно. Нечего тебе здесь землю топтать. Нашу. И прикинь, он все равно выжил, несмотря на то, что... Офигеть. Ну-ка, виноград. Вот, видишь, как виноградик отлично действует. Не зря я, друзья мои, его купил. Яблочные мортирки, мои родные. Давай, 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 бомби по ним. Так, последний подсолнух мы с тобой ставим. Опа. Опачки, уже начинает подкидывать. А на-ка тебе взрывной орех. Покушай. Упс. Так, здесь придется, наверное, потратить нам с тобой. Мне вот это вот все не нравится. Ну-ка, влупляем. Сразу же их на финише. Так, баблгам пускай здесь стоит. Опа. Все, все вляпались в жвачку. Все застряли. И так ему надо. Последний зомби, что ли? Да, друзья мои, это последний зомби. И мы его сейчас... А, он еще и на шипах стоит, прикинь. В жвачке и на шипах. Прикольно. Ну... Да что, ты посмотри, какой крепкий, а? Давай вот так вот тогда сделаем. Не, виноград хорош, на самом деле. Очень хорош. Ну что, 600 монет мы с тобой получили. Это, кстати, очень хорошо, потому что мы деньги с тобой копим. И, по-моему, у нас последняя есть попыточка еще поиграть. Седьмой этап. Но тут лучше, конечно, деньги, чем гемы. 800. Получается, у нас будет всего лишь 3500. Этого мало. Так, выберите перк. Я, кстати, вот выбрал перк, который у меня был. И что он делал, я так и не понял. Блин. Ну как же без динозавров? Естественно, они здесь будут. Естественно. Блин, и орех у нас уже без защиты. Просто обычный. Так, примитивный горохострел. Что он делает? Ну, он просто отталкивает зомби. И все, ребята. Но он у меня не прокачанный. Он сейчас будет, наверное, такую маленькую атаку. Смотри, сейчас хвостом будет бить. Или что, он развернулся? Зачем? Да идите вы отсюда. Замороженные там стоят. А этот орех у меня, главное, в плавках, в плавательных очках. Воу-воу-воу. Ну и зачем вы здесь нужны мне? Да, ребята, тут финиш какой-то. Хопа, пнул его, да? А мы его, наверное, знаешь, что сделаем? Во-первых, вот здесь вот сдуем. Да куда ты его все подталкиваешь-то, блин? Все подталкивает его мне. Иди отсюда. Он когда плюется, так вообще как будто он чихает. Раздавим этого ханорика. Орехи, они очень эти быстро съедают, я смотрю. А магнит, вот зачем магнит мне здесь? Эта штука у них не снимается с головы. Зачем он тогда вообще нужен? Не пойму. Еще один орех, давай сюда, наверное, влепим. Так, тут, наверное, надо будет вот так вот правильно их сдуть. О! Замечательно, блин, а вот тут вот. А они уже слопали орех, прикинь. Давай вот так вот сделаем. Оттолкнем их. Для чего тут магнит дали, я вообще не понимаю. Он ничего не делает, от него толку здесь ноль. Зачем он тут нужен? Ты объясни мне на милость. Да идите вы отсюда, а. Присосались. Вот ты прикинь, это легкая сложность. Ну-ка.
их. Бамп. Нормуль. Если я не ошибаюсь, это, друзья мои, последняя волна. Нет, вот она идет, последняя волна. А я нифига не подготовлен к ней, да? Сейчас будем с собой сдувать. Не понимаю я. А, вот, вот, ребята, зомби-то где идет? С ведром. Уже без ведра остался. Ну и, в принципе, все, получается. Этих сейчас дуем. А когда он сдувает, он, интересно, наносит урон зомбарям? Или просто их замораживает, затормаживает? Что, взрывчик сделаем? И остаются вот последние зомби. Ну давайте, друзья мои. Все. Распотрошили мы его. Куда ты там побежал, сломя голову? 3600, друзья мои, и прокачка перка. Я так понимаю, перки, когда прокачаны, они очень хорошо помогают нам в боях. Энергии, как ты видишь, у нас больше нету. Я забираю здесь гемы. Я так понимаю, 5 штук. Окей. Так, ну что, у нас остается, по-моему, только лишь арена. На данный момент 7 перчаток, да, у меня? 6 перчаток. Ну что, поехали, ребят. Сейчас будем с тобой, наверное, пробовать виноград. Как он здесь пойдет? Хотти. Ох, ёк-макарёк. Серьезная заявочка. Так, здесь у нас, вон, и огненный, и хорошо рулит. А мне здесь не дадут солнечной энергии. Опа. То есть горохострелы, огненные здесь хорошо рулят, и с ножницами. Давай, наверное, сделаем вот так. Пенек стоит, ну да, скорее всего, рассчитано именно под горохострелов. Так, секундочку, сейчас. Блин, внизу все заблокировано. Вот у нас с ножницами. Ага, шарики, значит, возьмем тогда кактус с тобой здесь. И кто их, интересно, хорошенько будет прожаривать? Наверное, вот этого возьмем с тобой, мяту. Или взрывную возьмем. Ладно, пускай будет эта мята. Ну и, наверное, все, да? Подсолнухи есть, это есть. А, тут еще бегуны, ребята. Бегающие зомби, то есть, которые будут. Ну что, мне мину, что ли, брать? Да не хочу я мину, как бы, если честно, брать. Вот, возьмем тогда хлопенье с тобой. Я не знаю, что из этого получится. Поехали. Так, расставим, наверное, с тобой вначале вот так вот. Ага. Плюс пеньки. Блин, а я пеньки-то не слишком ли близко ставлю? Ё-моё. А подсолнухи? Про них-то совсем забыл. Ой, дубовая голова. Ладно, и, как ты видишь, мне дали еще 3 удобряшки. Посмотрим, как у нас пойдет. Наша цель, главное, здесь набрать как можно больше очков. На арене. Так, здесь забираем. Выставим сюда. Кактус можно вообще даже на самое начало, в принципе, ставить. Давай так, надо. Ну куда ты летишь, а, паршивец? Все, сдулся парнишка. Мы идем нога в ногу с нашим оппонентом. Хлопенье, ну-ка. Во-во-во-во-во-во, бежит, бежит, ребята, псих-то этот. Спортсмен. Обалденно, да, такое жарево сделали. А, Гаргантюа не побрезговал выйти. Засветиться. А че, он один-то идет? Нет, ребята, он не один идет. Так, ставим сюда пенек. Отлично, очень хорошо. Так, мне нужен горохострел. Я хочу его просто поставить вот сюда вот. Ну что ты там опять бежишь? Скрипишь. Влупляем, ребят.
Ух. Жаркое пламя. Нифига они какие крепкие. Крепкие ребятули, я посмотрю. Нечего здесь своих хлыщей разбрасывать. Куда ты разогнался? Получил свое? Будешь знать. Так, ну что, ребят, пока неплохо мы с тобой отрываемся. .320 против... Тихо, опять он бежит, а? Я обожаю, когда вот так вот все происходит. Просто жаровня. Опять бежит. Так, 30 секунд остается, да? Ну, ребят, мы на 200 тысяч почти оторвались от нашего оппонента. И я думаю, что победа здесь, естественно, будет за нами. Другого и быть не может. Да ведь? Я думаю, ты со мной согласишься. Так, ну что, влупляем на дорожку. Последний залп. Ух, круто. Да, почти на 300 тысяч мы здесь выиграли. Ну, тут смотри. Что-то, конечно, оппонент совсем уж слабенький попался мне. Так, ну что, забираем с тобой. О, стручковый горох. И ротобага. Давай дальше пойдем тогда. Чего уж, раз идет так все хорошо. Единственное, что если, ребят, мы свалимся, у меня не будет возможности откупиться, потому что всего лишь 15 гемов. А за откуп надо сколько? 20. Да? И тогда нас просто скинут на самое начало. Вот что. Ну, та же самая тактика, ребят. Я ничего здесь, наверное, менять не буду. Все, как, в принципе, было, так меня и устраивает. Единственное, что я сделаю пеньков побольше. Пеньков побольше, и теперь уже горохострелы пошли. Ой, подожди, горохострелы, а подсолнухи-то? Про подсолнухи-то забывать нельзя. Let's rock. Погнали. Можно даже, наверное, на ускоренном, друзья мои. Чтобы... Ох ты, сколько нам дали тут. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Что-то там хрипит, скрипит, трещит. Ну что, активируем мяту или не будем пока еще? Пока, наверное, рано. Их еще не столько много, да? Хотя уже оппонент мой, как видишь, дает мне джазу. У него уже 11 тысяч. Ну-ка. Ну куда ты, блин, а? Макарек, смотри, как подмятые они ускоряются. А вот и Гаргантюа бежит. Жарим его. И трогай подсолнухи мои. Эй! Совсем уже припухли, я смотрю. Все равно, друзья мои, мы с вами пока недостаточно, как тебе сказать, оторвались. Вот, уже практически догнали нашего оппонента. Но еще недостаточно. Так, давай влуплять. Почему-то не получается. У него уже 300, почти 400, ребята, тысяч. Как ты видишь. Я его все еще догнать не могу, к сожалению. И время, ребята, идет. Я его взял. Какие я его сделал на повороте, друзья мои. Разница состоит буквально в 6 тысячах, смотри. Так, а что он брал? Интересно, зачем он здесь взял электрическую мяту? Я не понимаю. У него же странный, конечно, подход. Электрическую мяту взял.
фиг ее знает. Так, друзья мои, мы с вами зарабатываем 50 гемов. Слушай, ну теперь я могу откупиться, если что. Так, и поехали теперь за 4 пиньятами. Босма. Давай посмотрим, что за босма. Я, друзья мои, оставляю такой же состав абсолютно. Также будем на ускорение. Давай сделаем так. Let's rock. И здесь релот. Погнали. Ускоряемся. Ну, зомби incoming. Так, здесь я все заберу. Сюда выставляем. Кактусы. Вообще, от кактусов здесь есть хоть толк, хоть какой-нибудь? По идее, должен быть. Че, влупляем? Зашибательски, да, получилось? Кто там, бегун? Нет, это Гаргантюа идет. Это у нас идет Гаргантюа, друзья. Слушай, вот это у нас неплохой задел, кстати. Зачем мне здесь перец халапеньо, я не знаю, ребят. В принципе, мы как бы и без него справляемся здесь неплохо, согласись. Да гори ты! Надо еще, наверное, влупить. Да под мятушкой. Ох, сейчас будет великолепно. Мята ускоряет и пенек сам. Кстати, если мы с тобой сделаем вот так вот на пенек, он будет, видишь, таким пламенем гореть, синим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть было вспышку, ребят, не продинамил. Так, ну что у нас там? Отрыв в 200 тысяч идет в данный момент. Давай, наверное, тихо-тихо-тихо-тихо. Сюда, наверное, хлопнем. И вот так вот зажарим. И офигеть, такой трэш начинается. Ставим сюда и активируем. У нас 12 секунд осталось, ребят. То есть уже нас, наверное, тут не переплюнуть. Да. Выиграли. На 300 тысяч почти. Нет, на 200, ребята. У него почти 400 тысяч. Да что ж ты будешь делать? Опять они берут электрическую мету. Я не знаю почему. А мы с тобой забираем 4 пиньята и открываем их. Смотрим, что нам здесь выпадет. Это гипногрипп. Угу. Так, вот это хорошо. Сколько нам... Подожди, а почему? Я же получал уже семена. Почему всего 35 семян? Так, солнечные близнецы, подсолнечные. Это у нас блумеранг. И все. Слабо, на самом деле. Я думал, что-нибудь посерьезнее дадут. Что такое? Что это? Контини? Зачем это все мне показывать? Я что, не знаю, что ли? Условия этой игры? Все я знаю, ребят. 4 перчатки. Я думаю, это последний у нас будет поединок, потому что дальше будет все однотипно. И как бы нет смысла, ребята, целый час тратить на то, как я буду здесь проходить. Лучше я за это время еще успею, наверное, снять какую-нибудь игрульку. Так что уж его не обессудьте. Самое обидное, что я все время хочу за кадром поиграть в нее, а у меня не получается. Времени нету элементарно. Просто элементарно не хватает времени. Они так ржут, эти мелкие, да? Как бесята какие-то. Что? Меня уже переплевывают. Я теряю фору, друзья. Можно, конечно, немножко вот так вот влупить. Не надо бежать. Разогнался он там, сломя голову. Да куда ж ты опять, а?
Такой палево. Ну-ка, родные мои, горошины, влупляем. Так, этот очень крепкий, конечно, бежит. Прям сломя голову, все ему по барабану. Все сносит на своем пути. Так, ну что, кактусята? Пускай уже стоят здесь, да? Не надо, еще раз тебе повторяю. А у нас что, ускорение не стоит? Я думаю, что так медленно? А мы без ускорения играем. Да отвали ты. Так, сколько у нас? Ну, есть фора, друзья мои, есть. Пускай небольшая, но она есть. Так, Гаргантюа, вали отсюда. Нет, все равно идет, а? Все очень даже круто. Давай-ка я сюда на пенек поставлю. Блин, знаешь, что не хватает мне? Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Что-то пошло не по плану у нас тут. Так, последний залп. И мы с тобой, ребята, выигрываем. Тут вообще три мяты. Зачем такое, я не пойму. Еще плюс перчатка. Да куда мне их солить, что ли, эти перчатки? Целая куча и так. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Мне надо как-то выбираться из этой железной лиги. Я в свое время, помню, был в самой высшей. Мне не хватало только попасть в эту, в алмазную, или какая там у них самая последняя, бриллиантовая. А какая действительно у них там последняя? Сейчас посмотрим. Ага, Джейд. Я, по-моему, а я был в Джейде или не был? Нет, я, по-моему, в Голде был. А сейчас я нахожусь в железной. То есть еще есть кирпичная, деревянная и... какая там масляная, земляная. Да, раньше мы в нее, конечно, очень часто и долго играли, поэтому у нас все здесь хорошо, как говорится, проходило. Сейчас мы немножечко как бы остыли к ней, да, чуть-чуть. И играем в другие игры. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем спасибо большое за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!